Федь, во-первых, с победой. Во-вторых, как игралось после такой долгой паузы без игровой практики? Спасибо, Вань. Было тяжело. Минут, наверное, 65-70 еще более-менее. Потом ноги подсели. Но спасибо ребятам, которые помогали на поле. Тяжело после долгой паузы. Для меня это первая официальная игра нового сезона, так как у нас в Турции еще чемпионат не начался, он только после игр сборных стартует. Спасибо тренерскому штабу, что доверили мне сыграть сегодня. Но, опять же, повторюсь, было тяжело. Как тебе соперник, как сборная Венгрии? Мы готовились к серьезной игре и знали сильные и слабые стороны. Ожидали такую игру, но, наверное, во втором тайме сами себе испортили комфортное преимущество и получили нервную концовку. Все же это из-за того, что чуть-чуть вы подрасслабились или венгры прибавили? Наверное, это вопрос психологии, это наша вина. Ну и сам концовку вспомни, когда уже понял, что все, 3-2 выиграли? Если честно, то минут за 5 до конца была уверенность, что мы выиграем. Хотя, наверное, со стороны казалось, что очень нервная концовка и что они могут забить. Но на поле этого не ощущалось. 2 матча, 6 очков. Сейчас какие планы, какие мысли, что сейчас в голове? Ну, задачу минимум выполнили, 6 очков. Дальше нужно готовиться к турецкому чемпионату и стараться попасть на вызов на октябрьский матч.